Всем привет! Вы на канале «Дети звезд». Далеко не всем актерам дано прожить счастливую семейную жизнь с одним партнером. Для многих испытания безденежьем в период застоя или же наоборот, чрезмерная слава и популярность становятся непреодолимым препятствием. Супруги Алина и Александр Лазаревы за 30 лет совместной жизни прошли через многие испытания, но они по-прежнему счастливы вместе. Знакомство будущей пары состоялось еще в подростковые годы. В 20-летнем возрасте Саша предложил Алине пожениться. Ребята тогда были студентами и материально зависели от родителей, но это не помешало им создать семью. К решению жениха мама Светлана Немоляева и папа Александр Лазарев отнеслись с пониманием. Поддержала тогда свою дочь и мама невесты. Молодая пара не имела собственного жилья, поэтому жили они то у одних, то у других родителей. Как это часто бывает, представители старшего поколения часто давали непрошенные советы. Иногда дело доходило даже до ссор и обид. Тогда пара принимает решение жить отдельно, но родителям Саши трудно было с этим смириться. К тому времени у супругов уже родилась дочь Полина, и новоспеченная бабушка с дедушкой считали, что молодые родители неправильно ее воспитывают. Когда Полине было 10 лет, у пары родился еще один ребенок – сын Сергей. Для Алины и Александра это событие стало второй молодостью, и они с новой силой познали счастье быть родителями. Сейчас Поля уже выросла и работает в одном театре со своей знаменитой бабушкой Светланой Немоляевой. Им даже удается уживаться в одной гримерке. Младший сын Читы Лазаревых является студентом в ГИКа. Он мечтает стать продюсером. Сергей находится в прекрасных отношениях со своим отцом Александром. Мужчины любят вместе проводить свободное время на рыбалке или за ездой на квадроциклах. Парень от отца унаследовал обаяние и харизму. Александр в жизни видел немало искушений. Влюбленные поклонницы его не раз встречали в подъезде и одаривали подарками. Но актер сумел сохранить верность супруге. Немалую роль сыграл пример его родителей. Для него они стали образцом семейных отношений. Звездная пара Лазаревых всегда относилась с уважением друг к другу. Это они считают залогом гармоничных отношений и секретом долгих совместно прожитых лет. На свою 30-ю годовщину бракосочетания супруги обвенчались. Для этой церемонии они выбрали церковь на родине Алины в городе Тбилиси. Жена актера посвятила себя заботам о детях и муже. Александр же продолжает актерскую деятельность, и новыми работами прошедшего года стали фильмы с его участием «Гардемарины 4» и «Разбитое зеркало». А вам нравится актер Александр Лазарев? Пишите в комментариях. Также не забывайте ставить лайк и подписываться. Удачи!